Любимая картина Ван Гога пришла к нам прямиком из психбольницы. Ставьте лайк, я сейчас вам все расскажу. Ван Гог написал свой шедевр, картину «Звездная ночь», после того, как он пребывал некоторое время в психиатрической больнице. На этом произведении изображено звездное небо, которое Ван Гог видел через окно комнаты, в которой он находился. Интересный факт, художник писал эту картину именно в дневное время. Позже исследование, проведенное обсерваторией, показало, что Ван Гог поместил Венеру, Луну и несколько других звезд точно в том положении, в котором они и появились на ясном небе.